Любого чужака в толпе выдают его характерные движения. Семь салем, городской шаман и 17 признаков алматинца в основном. Первый признак. В любом плоском городе мира только вы можете определить, где его верх и где его низ. Второе. Вас не радует столичная прописка. Третье. Вы думаете, что арыки есть во всех городах мира? Называете жительницу Астаны? Боже мой, остановками. Пятое. Смотрите с грустью в сторону Карагандинского шоссе. Каждый раз вы громко возмущаетесь, когда в 12 часов ночи, в будний день, в столице, елки-палки, негде сесть и выпить. Вы твердо знаете, что благодаря вам поднимаете столицу. Восьмое. Вам кажется, что в Астане? Ну, слишком мало, ну, почти нету уйгуров. Ну и корейцев. Считаете, что лучше много маленьких речушек, чем один большой, непонятный ишим. Десятое. Вы убеждены, что самые красивые девушки живут, конечно же, в Алматы. Ну, может быть, не на вашем районе. Вы не знаете, что проспект Республики и проспект Целинника — это одно и то же. Вы не считаете, что работать на государство — это почему-то должно быть стыдным и глупым. Проживая в Астане, вы почему-то редко встречаете Новый год. В этом городе для вас фразы «здесь» и «у нас» понятия географически разные. В детстве вы курили косяк, но в совершеннолетие вам родители подарили, ну, конечно же, водительские права. И, наконец, вы 100% алматинец, если родились в Семипалатинске, учились в Павлодаре, пожили несколько лет в Алматы, а сейчас работаете и живете в Астане. Всем пока! Алматинцы, крутые пацаны! Алматинцы, стреляют из дуры! Алматинцы сидят на гордах!